Конференция блокчейн в Хорватии. 14 октября в Ровене, Хорватия, пройдет первая конференция блокчейн в Юго-Восточной Европе, о чем сообщает официальный сайт организатора. Среди докладчиков Тадей Слапник, государственный секретарь премьер-министра Словении, Антон Голуб, соучредитель Лике, Дэнни Гох, соучредитель InnovaTube и Nexus Frontier Tech, Теренс Ц, профессор бизнес-школы Катрули и университета Кембриджа, Иван Бьелаец из GoDaddy Белград, Мануэль Алонсо Кото, профессор бизнес-школы Катрули и сотрудник департамента образования в IE Business School, и другие представители, энтузиасты и предприниматели. Основными темами будут смарт-контракты, ценные бумаги, учетные записи, цифровые валюты в сфере блокчейн.